Ну что, здравствуйте, товарищи! С праздничком вас всех! От всей души поздравляем! Мир, труд, май! И, конечно же, желаем одного, чтобы мы действительно в дальнейшем трудились на благо своего Отечества, на благо нашего родного Донбасса. Дорогие друзья, мы поздравляем вас еще с тем, что вчера, что называется, в стенах исполкома произошло историческое событие. Все наши чаяния, о которых мы говорили нашим депутатам городского совета, они были услышаны. Такой прецедент, что называется, который заслуживает, ну, просто аплодисментов. И, вы знаете, трудно было поверить в то, что депутаты наши пойдут нам навстречу. Однако этот факт, он произошел вчера. И огромное им спасибо. Вчера на сессии городского совета наши требования были частично удовлетворены. Я объясню, почему частично. Значит, на прошлом митинге мы подали заявление от жителей Красного Лимана о том, чтобы наши депутаты оказывали нам всяческое содействие в проведении референдума 11 мая. Рассмотрев обращение жителей города Красный Лиман и района от 28 апреля 2014 года, руководствуясь принципами и положением международного права о праве народа, проживающего на отдельно взятой территории, на самоопределениями, статьями 38, 69 Конституции Украины, статьей 5 Закона Украины об обращении граждан, Законом Украины о статусе депутатов местных советов, городской совет решил поддержать народную инициативу о проведении референдума на территории Краснолиманского городского совета Донецкой области 11 мая 2014 года. Оказать организационное и методическое содействие в проведении референдума в части предоставления помещений и урн для голосования. Там еще были пункты о формировании территориальных комиссий и местных комиссий местного уровня. Однако народ взял эту инициативу на себя. Мы уж как-нибудь разберемся, товарищи. Ну и кроме всего прочего, позавчера в Центральной избирательной комиссии города Донецк была утверждена комиссия, территориальная комиссия Краснолиманского района. В нее вошли 11 человек с огромным опытом работы на предыдущих выборах. Вы знаете, что у нас, к сожалению, все это время страна была хронических выборов. И надеемся, что в дальнейшем мы будем все-таки идти по пути другого развития. И такого хаоса у нас больше не будет. 11 мая 2014 года референдум на Донецкой земле, конечно же, пройдет. В этом можно не сомневаться. Однако, товарищи, работы нам предстоит еще не початый край, потому что, кроме того, что территориальная комиссия сформирована, нам нужно сформировать еще комиссии местные. А с этим, конечно же, проблема. То есть проблема в человеческом ресурсе. Поэтому после митинга все, кто имеет желание и маломальский опыт работы в комиссиях, вы, пожалуйста, записывайтесь. У нас в здании исполкома на первом этаже находится центральный штаб по референдуму. Пока связи, к сожалению, нету мобильной, но наш голос, что называется, не задушишь, не убьешь. Поэтому как-то будем, Красный Лиман, благо город маленький, будем передавать пока информацию друг другу из уст в уста. Да? Так, ну, что еще хотелось бы сказать? Вы знаете, как все будет, если наш референдум пройдет, и, ну, он пройдет однозначно, в случае нашей победы. Давайте пока вот самый оптимистичный сценарий рассматривать. В случае нашей победы и признания независимости Донецкой Народной Республики, ну, сказать, что все так вот сразу мы станем независимыми и обрубим все отношения с той Украиной, которая существует, нельзя. То есть мы с Украиной, мы разойдемся и разведемся, что называется,
по-честному. То есть будет постепенное урезание отчислений средств в бюджет, постепенно будет наводняться, будут оставаться все больше и больше средств в нашей Донецкой республике, чтобы иметь большую базу для того, чтобы обеспечивать прежде всего пенсионный фонд и другие социальные выплаты, в том числе и зарплаты. В дальнейшем планируется также, как мы говорили ранее, вступление в Господи, чтоб меня... В таможенный союз и переход в рублевую зону. Все вы знаете, что сейчас нас активно экономика Украины привязывает к доллару и прямо-таки насаждают нам это. Однако, ну, откроем так небольшой секрет. С 25 мая, а может быть, мы уже и говорили, в России стартует так называемая программа «Нефтерубль». Под шумок... Россия скупила все иранские месторождения и поставила условия на мировом рынке о том, что, чтобы продавать в дальнейшем и экспортировать всю нефть, которая будет поступать на мировой рынок из России, за рубли. То есть формируется, что называется, самая такая вот мощная валюта, которая будет называться российский рубль. Почему бы нам не перейти в рублевую зону, спрашивается. Но это все будет постепенно, и гривны пока у нас, конечно же, будут ходить. Какие-то взаимоотношения с Украиной, с той, чтобы... Почему мы еще разводимся с ней вот так вот по-честному и по-доброму? Вы знаете, если Донецкая республика обрубит все связи экономические, прежде всего, с той Украиной, с остатками Украины и, прежде всего, с центром, произойдет, к сожалению, коллапс экономики на тех землях. А там живут, помимо фашистов, еще основная масса там нормальных, здравомыслящих людей, прежде всего ветеранов, учителей, шахтеров, и которых мы не можем оставить в беде. Поэтому все будет постепенно, дорогие друзья. Вот такие вот хорошие новости. Огромное вам спасибо. Здравствуйте, товарищи! Непривычное обращение, да? Как нам это все отбили-то? А ведь действительно мы все здесь товарищи, друзья, земляки. Всех поздравляю вас с 1 маем, днем трудящихся. И этот праздник, наверное, стартует нам майские праздники. У нас в этом... году на один праздник майский больше будет. Это будет 1 мая, 9 мая, ну и, наверное, 12 мая, когда мы победим. А мы победим, это точно. Радостнее всего еще осознавать, что Киев к нам очень серьезно относится. Обратили внимание, что нам сегодня вырубили связь? Но это, наверное, показатель, что мы серьезная сила, с которой Киев теперь считается. Аваков у себя там в Фейсбуке написал, что наши, сколько там, 100 человек или 50 человек, парней с подствольниками выдвинулись к Славянску оборонять этот город славный. Ну, пускай боятся. Ну, а мы будем праздновать, потому что этот праздник праздновали наши деды, наши родители. Будем праздновать мы. Я надеюсь, что наши дети тоже будут праздновать этот праздник. Все зависит от нас с вами. Вчера произошло великое событие. Некоторые, конечно, в городе перепугались. Такие слухи ходили страшные. Говорили, что «Перебей нос» сложил полномочия. Говорили о том, что теперь есть народный мэр у нас в городе. Слышал такое, что и Андреева тут уже назначали народным мэром. Но не дождется он. Не будет он народным мэром. У нас будет народная республика, поэтому будет выбирать народ. С этого
референдума решится многое. У нас будут новые народные депутаты, но мы должны идти конституционным путем. Мы не должны уподобляться хунте, уподобляться бандеровским бандитам. Мы должны все делать по закону. И это будет показателем как для самих нас, так и для всего мира. Вы заметили, что вчера, когда брали под охрану наш Белый дом, ну, я его так назову, хотя исполком, будем привыкать к новой формулировке, не было разрушено ничего, никто не был травмирован. Те, кто сильно сопротивлялся, там, наводил хаос, мы просто его отвезли домой с миром. И все нормализовалось. Давайте так и дальше будем действовать. Зачем нам здесь хаос в нашем городе? Зачем нам беспредел? Мы можем решать все мирным путем. Ведь слово «мир» записан, знаете, всегда, когда поздравляют с 1 мая, на открытках писали, какое было первое слово? «Мир, труд, май». Поэтому нужно так, чтобы у нас это и дальше продолжалось, чтобы мир был, чтобы не было войны. Мы должны все решать мирным путем. Но помнить, что все завоевания мы отстаивали с оружием в руках. И не исключайте такую возможность. Смотрите, сейчас народу не так уж и много собралось. Все равно люди боятся, люди в панике, люди недопонимают того, что происходит. Много у нас противников в городе, потому что они дезинформированы. Наши телеканалы лили такую грязь, что было страшно даже слушать, о чем рассказывают. Вчера даже ТСН выложила такую информацию, что Красный Лиман исполком захватили русские войска. Но это не смешно. Дальше произошло больше. Но пришли местные жители и вместе с милицией выбили русские войска с исполкома. Потом они, наверное, сами поняли, что они такую ерунду озвучили и убрали это все. На больных нечего, наверное, нам обижаться. Вот, иначе их не назовешь. Действительно, больные люди. Что я еще хочу сказать? Хочу сказать еще о нашей власти местной. Конечно, им низкий поклон, что они все-таки вчера соизволили поддержать волю народа. Были, конечно, там и нехорошие слова, недопонимание было о том, почему люди пришли с оружием вдруг. Почему так произошло, что мы ввалились в сессионный зал и настояли на том, чтобы рассматривали наши предложения, немедленно рассматривали. Дальше произошло следующее, что некоторые люди, видя, что здесь собирается толпа народа, стирали в ускоренном темпе с исполкомовских компьютеров списки избирателей. То есть вы понимаете, за нашей спиной будут продолжать нам гадить. Но что нам остается делать? Нам нужно все-таки стараться работать даже с ними. Даже несмотря на то, что они нам гадят, мы будем стараться все в мире решать. Леонид Григорьевич, он и остается Леонидом Григорьевичем. Он также держит в одной руке буденовку, в другой руке буденовку, еще и за пазухой буденовка. А вдруг война? Но он наш мэр. Независимо от того, он хороший специалист своего дела. Поэтому мы, наверное, должны проявить к нему свое уважение. Но если есть какое-то у кого, свое мнение. Вот. У нас теперь работает штаб по референдуму. Можете приходить, записывать свое видение вопроса, что нужно, как поступить в данном случае с нашей властью. Может быть, какие-то предложения будете вносить конструктивные. Пожалуйста, работа с народом, это, наверное, должна была быть всегда, чтобы люди могли спокойно подойти и изъявить свое мнение по тому или иному вопросу, что было нашей власти предыдущей, более проблематично. Потому что, чтобы попасть на прием к депутату, чтобы заставить его на месте, это была целая проблема. Все нам предстоит, наверное, сделать по новой. Ну а сейчас
мы будем праздновать, потому что праздник великий. Мы его так любили в детстве праздновать, а потом потихонечку нам его, как вот, знаете, пожарные гасили, это, ну, любовь к этому празднику. Но, тем не менее, люди приходили, люди выезжали за город, майские праздники назывались. Вот. Мы сегодня отпразднуем этот праздник. Всех с праздником еще раз, с 1 мая вас. Здравствуйте, товарищи. Ну и продолжение Юры хочу сказать. Приходится общаться с людьми, которые выдвигают претензии по отношению нашей работы в Донецкой Народной Республике и, в частности, самообороны. Говорят, зачем вы вообще, чем вы занимаетесь? Для чего вообще это все надо? И, ну, знамя, понимаете, Лыман есть Лыман, да? То есть спасибо, конечно, всем патриотам, которые помогают нам, которые не безучастны. Но те, которые спрашивают, для чего вы это все делаете, я объясняю. Если вам это не надо, если вы не, по своей не додумались, для чего это все, мы можем уехать отсюда, собрать все блокпосты, собраться и уехать на помощь в Луганск, в Харьков, куда угодно. То есть работы достаточно, но будет альтернатива. На наше место придут другие. И те другие, они не будут спрашивать, не будут благодарить, не будут спрашивать, можно это взять или нельзя, они будут отбирать. Отожмут автотранспорт, таксисты лишатся своей работы. То есть это, сами понимаете, кто будет на них ездить. Разграбят все магазины. Это факт. То есть это, самое, это мы видим по Киеву, кто смотрит. Пойдут изнасилования. Кто где захочет, тот там и будет спать. Зашел в квартиру, отделил, сказал, так, вот здесь вот... И всего лишь одной сотни достаточно будет... Для того, чтобы тут ходить, водить хороводы с нацистскими эмблемами, тут начнется такой хаос. Вот хотите вы этого? Я тоже думаю, для чего нормальным жителям все это надо? Поэтому, я думаю, надо тем людям, которые задают эти вопросы, я думаю, ну, я ответил на все. И теперь, смотрите, хочу обратиться еще к молодежи. Прекращайте бухать. Прекращайте вот пить вот это пиво, рэо там, и все вот эти напитки. Вы посмотрите, что произошло. 23 года на Западе выращивали молодежь. Нас уже отделили тогда. Через со средства СБУ были перечислены деньги для формирования этих лагерей. Где мне очень понравилось выступление Яроша, когда он в лагере, ну, это эти видеоролики из интернета. Там действительно заложено рациональное зерно, именно патриотизм, где он говорит, что когда ваши сверстники бухают, занимаются развратом, ну, имею в виду Юго-Восток, мы занимаемся сейчас военно-политической подоткой. Разве это плохо? Мужчина должен уже с детства становиться мужчиной. Не просто как самец-оплодотворитель, а действительно нести свое зерно, свой стержень. Именно за защитника. Единственное, что, конечно, у него был перегиб, это вот это русофобское настроение, что и подвело. Я думаю, если бы этого не было, наверное, и Юго-Восток тоже поддержал бы, и сместил всю эту олигархию, и весь этот беспредел, который творился. Поэтому если у нас, ну вот представитель занимается карате секцией, есть другие секции, родители этих парней, прививайте к ним нормальные ценности. То есть не готовьте с них каких-то, я не знаю, мамкин сынков, подкаблучников, иначе с ними потом будут проблемы. Честное слово. Вчера был такой случай, вам расскажу. Наши парни, в курсе, да, что Порошенко спонсировал Майдан. Вчера отжали фуру с, ну, Рашеновскую, с конфетами, там, с, ну, нашли автотранспорт и отправили водителя назад. Ну и передали привет от парней из Донбасса. Все эти конфеты передали, развели по детским домам, садикам. Так что в этом плане, пускай хоть это как бы маленький грабеж, но я думаю, он уместен. Не обеднеет, не обеднеет.
Нет. Всех с праздником! Слава Донбассу! Добрый день, дорогие друзья, с праздником всех. Вы знаете, я совершенно сегодня не хотела, даже не потому, что не хотела, а совершенно не готова была, не готовилась к этой речи, не готовилась даже выступать. Но вот выступающие меня немножко подхлестнули. Вы знаете, здесь задался вопрос, хотим ли мы, чтобы стояли блокпосты? Хотим ли мы, чтобы в нашем городе был порядок? Хотим ли мы, чтобы к нам не вошли те, которые мы называем правым сектором? Я думаю, я сейчас не хочу, совершенно я далека от мысли, чтобы кого-то сейчас за что-то агитировать. Я думаю, здесь собрались люди взрослые и глубоко мыслящие, которые со здоровыми мыслями в голове. Они все понимают, что та власть, которая сейчас пришла, это не власть. Это уже идет фашизм. Он идет по всему Киеву. Он уже распространяется по всей Украине. Понимаете, это жестокие, это новый фашизм, который вообще в какой-то другом облике. Потому что отменить 9 мая, наш священный праздник, которым нас воспитывали с детского сада. Мы выросли на этих идеях, мы выросли на Великой Отечественной войне. Наверное, то поколение, которое воспитывали в школе на Великой Отечественной войне, вот то поколение знает, что такое патриотизм, что такое любовь к родине, что такое любовь к родному городу, вообще к тому месту, к своей малой родине, где ты родился. В нас это сейчас хотят все убить. Я считаю, что мы все должны, весь город должен одеть ленточки георгиевские и с гордостью носить их. И очень-очень здорово, что в России проходит эта акция. Она уже проходит несколько лет, десятилетиями. Она проходит от Владикавказа до Владивостока, Сибирь, Урал, все города России, везде раздаются эти ленточки, они раздаются на дорогах. И вся молодежь говорит, мы гордимся этим, мы гордимся тем, что еще живы ветераны, мы гордимся тем, что они подарили нам эту мирную жизнь, что мы живем мирно, в мирном государстве. Поэтому единственная моя мысль была в том, чтобы каждый понял, что идет фашизм. Жить с фашизмом мы не хотим. Мы хотим жить с фашизмом? Значит, будем строить свою республику, свою жизнь. Как дальше это будет? Время покажет. Но пока что нам нужно остановить эту чуму, эту клику, эту хунту. Все, спасибо. Уважаемые товарищи, сегодня все прогрессивное человечество мира отмечает знаменательный праздник – День международной солидарности трудящихся 1 мая. Этот день давно стал символом борьбы трудового народа за свои гражданские и социальные права. Сегодня как никогда актуален лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Все трудящиеся должны сплотиться, сказать свое решительное «нет» наступлению преступной власти – на свои права, на права всех слоев населения и всех трудовых коллективов. Нынешние власти демонстрируют полную неспособность решать стоящие перед страной экономические и социальные задачи. Они погрязли в воровстве, коррупции и криминале. Страной правят олигархи. Время показало, что капитал в любой стране присваивает созданное трудом миллиону трудящихся, созданное и угнетает и гнет трудящихся. Стремясь удержать свою власть любой ценой, они способствуют разжиганию национальной розни, уничтожают самосознание народа, предают его интересы и интересы государства. Профсоюзы тоже давно отказались от традиционных форм борьбы, используя международные профессиональные организации, не проводят митинги, забастовки, пикеты. И сегодня они уводят народные массы под флаги партий, предателей и воров, на совести которых стремительное обнищание народа, грубые нарушения трудового законодательства, социальных прав всех слоев населения, экономическая разруха, снижение уровня жизни и сдача национальных интересов международному олигархату. Мы считаем, что только те, кто создает национальное богатство страны, имеет право на выбор социально-экономического курса Украины. Сегодня, чтобы вернуть власть народу,
Мы должны выступить единым фронтом за наши права, проявить солидарность с нарастающим национально-освободительным движением трудящихся всего мира. В обществе зреет протест, копится недовольство, проблемы, затрудняющие интересы большинства населения и ставящие под вопрос само выживание страны, растут, как снежная лавина, а власти заняты пропагандой мнимых достижений с целью обеспечения продолжения губительного курса. Резко выросли цены на продукты питания, медикаменты, товары первой необходимости. Мы, участники митинга, требуем немедленно прекратить кровопролитие, разоружить банды фашистских формирований и восстановить государственный порядок, пресечь деятельность антигосударственных структур и экстремистских политических группировок на территории Украины, прекратить вмешательство европейских и американских политиков во внутренние дела суверенного государства, прекратить раздувание антироссийской истерии в СМИ и возобновить вещание российских каналов и других каналов, провести референдум на вступление в таможенный союз и восстановить дружеские отношения с Россией, вернуть бесплатное образование и здравоохранение, отменить законы, отнявшие у народа льготы и многие социальные гарантии, признать и указать статус, и узаконить статус русского языка как второго государственного, прекратить втягивание Украины в НАТО, провести референдум, на котором жители Донецкой области дадут ответ на наболевшие вопросы жизни регионов, прекратить политические преследования представителей Коммунистической партии Украины, надежной и единственной, не предающей интересов трудовых коллективов и народа. Народ – единый источник власти в Украине. Мы за правое дело. Вместе мы – сила, которую не сломить олигархам и фашистам. Да здравствует 1 мая, День международной солидарности трудящихся всего мира. Ура! Ура! Добрий день, вельмишановне панство. Красиво, да? Да пусть оно будет проклято, это панство. Вчера, после того, как наши доблестные ребята заняли исполком, я вот здесь проходил домой. И навстречу шло мне трое парней. И вот один говорит: что это делается? Не пройдешь, не проедешь. А я говорю: обойди. А он: а, дубина, ты уже всем стой и так дальше. Вы понимаете, как он сказал? Ты колотишь всю страну, тебя удушить нужно. Я пришел домой и написал вот такое стихотворение на сегодняшний день. Взвейтесь флаги над страной, залейте первомаем. Кто душою молодой, с нами вместе пусть шагает. Хватит рабства нам терпеть, мы шагаем в ногу с веком. Сможем все преодолеть, только быть бы человеком. Плечом к плечу, товарищ мой, сердца в огне и рвутся в бой. Свою свободу защитим, и только вместе мы победим. Черной свастикой фашизм над Украиной витает, дутый национализм мухомором прорастает. Нам славянские орлы клич призывный посылают: сбрось панство кабалы, кандалы, и свобода воссияет. Занялась уж заря на востоке Украины, с вами мы прошли не зря путь тернистый и руины. Твердой поступью идем, без Европы, без Мессии, и страну мы создаем, вольную Новороссию. Плечом к плечу, товарищ мой, сердца в огне и рвутся в бой. Свою свободу защитим, и только вместе мы победим. И еще к разуму. Что получили мы о самостоятельности жестокой? Власть тьмы и власть наживы, власть пороков, власть ханжества,
власть сути лживой обмана, власть обещаний, власть насилия и дурмана. Кругом разбой, кругом развал, кругом тревоги и нет достойного пути светлой дороги. Кругом бесправие, разврат умалишенных и превращают наш народ в скотов безмозглых. И чует сердце, чует разум, видит око, дорвется к власти тягни в бок своим пороком. Уничтожать будет народ рукой нечистой, его фашистское лицо так ненавистно. Вперед страну нужно вести лишь новым курсом. Все ненавистное смести в обрывках мусор. Страна рабов, страна панов велеречистых, но крепость жизненных основ в народной силе. Кто сердцем чист, кто чист душой, с умом прекрасным, сплотимся дружной семьей под флагом красным. Манны небесной ты не жди от власти лесной. Вставай же в тесные ряды, только лишь вместе. Долой насилие и разбой всех мироедов и двинем дружной стеной к огням победы. Спасибо. Желающие можете приобрести вот такую книгу у меня. Спасибо за внимание. Только к победе. Да здравствует 1 мая, День международной солидарности трудящихся. Спасибо. Товарищи, вы знаете, вот поэты, они всегда остро как... Раз. Поэты, они всегда как-то остро чувствовали перемены. И вот, кстати, о Новороссии. Вы знаете, если то народно-освободительное движение, которое сейчас вот эти фашистские твари называют сепаратизмом и терроризмом, оно наберет обороты в Луганской, в Харьковской, в Днепропетровской, в Запорожской, Одесской, Херсонской областях, и они в дальнейшем сформируют и утвердят статус республик у себя в регионах, то, конечно же, мы объединимся и будем более мощны. Получается, что у нас будет задействовано 10 областей левобережной Украины, то есть это два кулака. Вот. Конечно же, естественно, и наполняемость бюджетов будет выше. Ну, всему свое время. Пока все силы и мощь народного освободительного движения, она сконцентрирована здесь, на Донбассе. То есть мы показываем пример всем остальным областям, которые не хотят жить под властью хунты. Теперь вот несколько вопросов по референдуму. Референдум пройдет 11 мая, и в этом можно не сомневаться уже. Пройдет он по классической схеме, то есть с 8 утра до 10. До 10 пока планируем мы работу местных комиссий. Все те здания, которые традиционно закреплены за избирательными участками, они нам открыты, но если нам не удастся подтянуть человеческий ресурс для формирования местных комиссий, значит, некоторые участки, предположительно, будут оптимизированы. То есть, ну, например, ДК Артема и медучилище. Они будут просто доукомплектованы штатом людей, штат комиссии будет расширен, и участок будет находиться там. Об этом, конечно же, население будет информировано прежде всего через газеты, через интернет и другие доступные средства массовой информации. Надеемся, что все-таки связь у нас заработает. Вот. Теперь приглашения. Приглашения, они обязательно будут. Они будут готовы с 6 или 7 мая. Время будет достаточно. Волонтеры у нас есть. И приглашения все получат. Если по каким-то причинам... Кстати говоря, списки у нас тоже есть. Самое главное, да. Ребята постарались. Если по каким-то причинам... Ну, мы же отталкиваемся от тех списков, которые у нас имеются, да? Вы не получите приглашение. Вы можете смело приходить на любой ближайший избирательный участок, показывать паспорт,
для нас главная прописка города Красный Лиман, показывать свой паспорт и смело голосовать на том избирательном участке. Вот такая вот ситуация, и как говорится, ну, все карты у нас в руках, вот, товарищи. Поэтому еще раз напоминаем, все желающие быть членами комиссии с опытом маломальским или большим опытом, вы, пожалуйста, записывайтесь в штабе, в центральном нашей территориальной комиссии. Если хотите быть наблюдателями, тоже милости просим. Пожалуйста, запись ведется. Нам главное сейчас подтянуть человеческий ресурс, чтобы его потом рассредоточить на все участки и на самые наши отдаленные рубежи. Это сельские районы, прежде всего, которые мы тоже должны охватить. Спасибо вам. Наблюдатели проинформированы, и чтобы референдум прошел, чтобы его признали на Донецкой земле, мы проинформировали всех международных наблюдателей. Их задача принять или не принять эти приглашения. Однако точно уверены, что наблюдатели стран таможенного союза, они обязательно будут. Этого нам достаточно. Если, конечно, есть желающие выступить или сказать, или поздравить людей с замечательным праздником, пожалуйста, милости просим к нашему микрофону. Ну, не стесняйтесь, все сегодня зависит от нас, краснолиманцев. Скажите свое слово. Скажите свое слово правды. Пожалуйста, подходите, выступайте. Нету выступающих? Ну, может, появятся. Разрешите вас от имени Донецкой Народной Республики, от самообороны, поздравить вас всех с знаменательным праздником, праздником мира, труда и праздником весны. Пусть всегда будет над вашими головами прозрачное голубое небо. Пусть всегда будет у вас работа, достойно оплачиваемая за ваш нелегкий труд. Пусть всегда будут наши майские праздники, цветущие, улыбающиеся наши краснолиманцы, не только краснолиманцы, но все жители Донецкой и Юго-Донецкой края. Дорогие земляки, не будьте безразличны к ситуации, которая происходит в нашей, не только в Красном Лимане, а на юге и востоке Украины. Это дан нам единственный шанс, и этот шанс мы не должны упустить. Совместно с вами, только с вами, поддержите нас в эту трудную минуту. Мы обращаемся к среднему бизнесу, к низшему бизнесу, особенно к высшему бизнесу, тот, что обходит нас стороной. Он видит в нас в лице врагов нас. Это неправда. Мы никому не хотим плохого. Мы только хотим мира, дружбы и процветания нашего края. Поддерживайте, ведите работу. 11 мая вы должны прийти и сказать свое слово «Да, быть Донецкой Народной Республики». У нас много планов. Мы не хотим подчиняться тем законам Украины, которые, не спросив у нас в Юго-Востока, приняла хунта. Она не спрашивала, хотим мы в Европу, хотим мы в Россию. Она самовольно решила, легла, пала на колени перед Америкой, Западом и Европой. И потянула нас с вами, тянула в Европу. Мы не хотим Европы такой, мы не хотим такой демократии в Европу. 23 года нас оболванили и мололи. Мы строим демократическое общество. Какое демократическое? Какое демократическое? Построенное общество, общество олигархов и капиталистов. Народ обнищал.
До такой степени люди лазят по свалках. Дети беспризорники, забитые приюты. В школах преподают национализм, фашист и так далее. Русский язык хотят запретить. У нас будет республика многонациональная. Любой народ на своем языке имеет право разговаривать. Культура будет развиваться. В первую очередь, дружба с Россией. У нас цели, когда создаться Донецкая Народная Республика, Луганская, на 11 мая это мы уверены создадится. Потом создадутся Харьковская Народная Республика, Юга тоже создаться. Мы потом спросим у вас, или объединяться нам с Россией, или мы будем самостоятельное государство. На сегодняшний день, после проведения референдума местных, у нас будет самостоятельное государство. Но мы планируем дружить с Россией, Белоруссией, создать таможенный союз, открыть границы, не так, как сейчас. Это вековые наши традиции. Паутина сплетенная, дети, братья, сестры, много-много там сплетенных. Это вековые традиции. Никто не даст нам разрушить это. Мы не посмеем. Мы планируем. У нас непосредственно связано тяжелое машиностроение с Россией, легкая промышленность, сельское хозяйство, химическая промышленность. Мы возобновим торговлю России, мы выгадаем этим. Железная дорога непосредственно будет работать, будет зарплаты регулярно платиться. Еще мы планируем пенсионную реформу, это перекрестить, 55 как женщины шли, 60 мужчины. Мы даем России, когда все это получится. Россия сейчас нуждается в автодороге и в железной дороге на Крым, мы знаем. Мы откроем им зеленую улицу туда, она дает нам нефть, даст газ, электроэнергию. У нас будет бензин такой, как в России на сегодняшний день 7,80. Мы даем слово, мы даем гарантию. Сразу цены на продукты, которые довела эта хунта сейчас, резко будут контролироваться и резко должны упасть. Дорогие земляки, разрешите еще раз поздравить от чистого сердца всех вас с таким знаменательным юбилеем. День солидарности трудящихся. Мы обещаем вам, что в дальнейшем все праздники Советского Союза будут вернуться на празднование нашего Юго-Востока, начиная от 1 мая, 9 мая и 7 ноября. Мы хотим, чтобы каждый труженик не только Краснолиманщины, этой республики шел на парад, как раньше ходил с поднятой головой и улыбкой на лице. Я вам пожелаю, чтобы никогда-никогда с ваших красивых глаз в эту трудную минуту никогда не падали слезы горя, только слезы радости. Друзья, поддерживайте, мы победим. Слава, слава Донбассу! Товарищи, еще бы хотелось от всей души поздравить с этим праздником и наших депутатов, которые сделали вчера свой выбор в пользу народа, и сказать им огромное спасибо за тот шаг. Вы знаете, это дорогого стоит на самом деле, встать на сторону народа в такое нелегкое время и пойти, собственно говоря, против киевской хунты. И огромное спасибо Леониду Григорьевичу Перебинусу, который эту инициативу поддержал вслед за мэрами Константиновки, Дружковки, Краматорска и других городов Донецкой области. Если уже власти на местах встают на сторону народа, мы становимся все более мощнее. И вот те заявления киевской хунты о том, что 2 мая они планируют здесь массовые зачистки, они ничего не стоят ровным счетом.
Мы в случае чего, конечно же, будем оповещать жителей и колокольным звоном. Так что в случае, если не дай бог, конечно, они этот шаг предпримут, мы будем сотрудничать, ну не сотрудничать, а бить в колокола. В прямом смысле этого слова есть точки у нас сирен для оповещения. Так что в случае каких-то действий все боеспособные мужчины будут собраны здесь у нашего штаба. Теперь это сердце нашего города. Это и было сердце нашего города. А теперь это вообще, что называется, такая вот самая точка отсчета всех наших дальнейших действий. Вот. Но, вы знаете, все эти заявления вот, по поводу усиления антитеррористической операции, они не стоят ровным счетом ничего, потому что Турчинов вчера заявил о том, что, к сожалению, они не могут контролировать процессы на Юго-Востоке. Ну, все вы знаете. Так что, какие... Единственное, что они могут сделать, и они уже сделали, это лишили нас связи МТС, однако Лайф по-прежнему работает, а надо будет, мы перейдем все на российские мобильные операторы. Огромное вам спасибо, друзья, с праздником вас, мира, здоровья и благополучия в ваших семьях. Ну, а все, кто желает записаться для членства местной комиссии, пожалуйста, милости просим в центральный штаб нашего исполкома на первом этаже. Еще раз праздником. Встретимся 11 мая и скажем свое слово за Донецкой Народной Республикой. Ребята, встретимся. Ура, товарищи! Ура! Дорогие друзья, у меня единственная минута еще от вашего внимания. Я хотела бы, чтобы мы поддержали всех тех громкими, дружными аплодисментами, всех тех, кто стоит сейчас в самообороне. Потому что действительно ребятам нелегко. Они молодцы, они мужественные, они герои. Браво им! Ну что, дорогие друзья, если желающих выступить больше нет, огромное вам спасибо. Спасибо за вашу поддержку, за то, что вы в праздничный день нашли время отучиться от своих домашних дел и прийти к нам сюда. Повторяю, что вы на сегодняшний день рупор гласности. То есть всю информацию, которую вы здесь услышали, вы, конечно же, расскажете ее своим родным, близким, знакомым и друзьям. Еще раз всех с праздником, дорогие друзья! И на референдум проводите агитационную работу среди населения. Проводите агитационную работу среди населения. Все 11-го... Если вдруг все как начнется, надо с ним Yes. Дорогие друзья, и хотим напомнить, что 9 мая в нашем городе пройдет. Пройдет оно, с меньшим размахом. Вечерние мероприятия, они отменены. Однако для нас главное утром почествовать наших ветеранов. Это событие торжественное состоится на южной стороне. Традиционное место, мемориал Родины. Ну а следующий наш митинг, это уже традиционно. По субботам мы собираемся в час дня, здесь же место наше неизменное. Еще дополнение. Вы должны себя по месту жительства, где вы будете голосовать, проверить себя в списках.
Если в случае придете на избирательный участок и вы не найдете себя в списках по предъявлению паспорта, вы будете внесены в эти списки и имеете право голосовать. Все на референдум 11 мая. Победа близка. Все на референдум. А 12-го на праздник.